Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик второй моей точилки, которую я получил. Получил, в принципе, я ее вчера, мы с вами на ней катались. Это наш Эвик, и сегодня я его уже затюнил, поставил про режим, и сегодня мы с вами покатаемся на веселые гонки для открытия следующих локаций. В общем, пишите в комментах, что вы хотите видеть. У нас и стримчики есть, и будут по NFS проходить там. Немножко я уже разобрался в игре. Ночью зарабатываем репу, днем косим поближко. В общем, вот так вот. А вот такой вот у нас Эвик. И жесткий прикид. По характеристикам, в принципе, видите, мы уже немножко затюнили. Стоит прошки практически везде, где можно. Но еще некоторые не открыты, потому что надо повысить все-таки левел. В общем, затюнен он, в принципе, неплохо. Есть другие тачки, я вам их позже покажу. Ну, а мы сейчас с вами сделаем заездик ночью на нашем супер Эвике. Вчера мы также на стриме затюнили Беху. Там мощную. Неплохой звучок. Поехали. Так, у нас нитро разгоняет теперь. Неплохо мы антенкой сбиваем. Как она начала дорогу хорошо держать. Поменял шины реально. Тема. Ну что, поехали. Посмотрим. Начало пути. Тебе стоит подготовиться. Ниссанчик. Ну что, давай за мной. Поехали, погоняем с Анной. Как вам звучание? Нашей команды надо показать, что можешь ты. Ничего себе, первая командная гонка. Я подстрахую, но нам нужна твоя победа. Докажи, что ты не балласт, как. Да, твоя команда? Ты куда лучше них. Надеюсь. Итак, лихачи. Кто они? Ну, как она держит дорогу, офигенно. Крейсер среднего возраста за рулем. С ним Дэрил. Парень необщительный, но водит он круто. Их команда в рейтинге, так что выбор трассы за ними. Кенни из тех, кто думает только о себе. Готовься к неприятным сюрпризам. Налево! Ничего себе. А вот и они. Это сейчас будет, ребятушки, уровень. Поехали, посмотрим. Анна Ривьера и ее никчемная шестерка. Думаете, справитесь с лихачами? Кенни. Привет, Эрил. Привет. Сейчас мы покажем вам, как надо водить. Буду ждать на финише. Че, вжарим их? Нужна только победа. Ты сможешь. Мы, в принципе, уже затюнили на про. Нашли.
ты ничего. Ну а то, ёпта. Дальше будет только хуже. О-о-о-о-о, ничего себе поворотик. Да, разница с вчерашним нашим авиком чувствуется очень, очень даже. Оу, щит! Вы готовы, детишки? Купальники и плавки не забыли? О, а какой океанский бриз! Давай, детка, тащи. Вы не знаете город, пока не побывали в трущобах. Финиш близко, будь начеку. Тесновато, не правда ли? И грязно, все как ты любишь. Да ёпта, куда ты едешь, бро? Да, авик, конечно, это зло. Бум! Теперь ты знаменитость! Хедшот. Да, неплохо, неплохо, я вам скажу, авик дает свое. Жарить может. Что там у нас дальше по сюжеточке? Аутран Гесс. Я фару потеряла на одном из этих углов. Что за как вам мой прикидик? Теперь до фонаря, да? Эй, это не твоя? О, черт! Нет, 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 пришлите ребят, одного засекли. О, черт! Что? Ты! Отойди от машины! Права, быстро! Ривьера. Твоя тачка? Да. Что-то не так, офицер? Возможно. Видишь ли, твоя машина попадает под ориентировку. Участие в нелегальных гонках. Прямо смотреть! А значит, я имею право ее конфисковать. Где были ночью? Мы здесь, мы просто... Мы здесь. Права. Жесть. Нормально мы прикид подобрали. Тему. Тупица. Забавно. Тачка есть? Да, сэр. Да, офицер! Где она? Вон там. Прикольно. Может, я не ту выбрал? Шоу, ты уже в пути? Доеду я. Ключи! Но зачем? Ключи! Хочешь вернуть тачку? У тебя 10 дней. Потом ее под пресс. Ну, может, 10, а может и меньше. Удачи на дорогу. Печалька. Печалька, ребятушки. И донули нас на тачку. Не надо. Подбрось домой. Сисик что-то нету в этом топике. Поехали ее домой завезем. Печально. Ну, ты норм? Понимаешь,
Когда я сижу за рулем, в моих руках власть. Меня не остановить. Кто-то бросает мне вызов. Не вопрос. Давай, погнали. Но когда коп говорит мне, выйдите из машины, мэм, власть у него, а я в пролете. Еще увидимся. И спасибо. Бум! Ночь закончилась. Сейчас посмотрим, что у нас открылось интересного. Едва стало казаться, что уличные гонки взяты под контроль, как тут же, прошлой ночью, толпа гонщиков нанесла ущерб собственности на $1000. Ничего себе. Что же будет дальше? Теперь всем ясно, что моя спецгруппа необходима, как никогда раньше. Такое нельзя прощать. И я обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Сейчас мы затащим. Знаешь... Так поступают те, кому очень не хватает чужого внимания. Не, это фигня. Не жалеешь? Не. Передай-ка. Она сказала, ты был хорош. Мог попасть в лигу. Почему бросил? Она не все понимает, как и я прежде. Но есть последствия. Пострашнее потери команды. После вчерашнего странно, что она не пришла хвастаться. Ха, ну, устала, наверное. Да. Кстати, если хочешь, кое-что предложу. Старый друг меня просто достал. Хочет увидеть тебя в деле. У него связи. Новый левел. Может, будет полезно? Я за, конечно. Спасибо. Не за что. Что у нас тут? Есть, прошли. Репку получили. Гонять становится все сложнее, да? Да-да-да. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Что у нас тут добавилось? Блин, почти 12-й. Нет, ничего у нас нового нет. В общем, ждите новых видосиков, пишите, что вы хотите увидеть. Вот такая эвка у меня есть, я думаю, будем покупать новую тачку скоро. Пишите, какую именно, потому что их очень много. Сейчас мы заскочим к дилеру и выберем новую точилу. Будем на нее копить, думаю. Так, что там у нас у дилера? Интересного уже открыто есть. Такс, это наши эвики, ниссанчик, Heritage. Ну, можно топорик взять, затюнить неплохо. Нифига себе, Mazda RS7, рейтинг модификации 9 из 10. Так, ну и у нас уже открыта i8. Тоже, в принципе, вы уже увидите ее в следующем, думаю, ролике. Но я думаю, пока раздумываю над накопить на эмочку третью 2010 года и сделать ее по красоте. Ну, на следующем этапе у нас более такие уже классические модели. Aston Martin 10 из 10. Надо будет брать.
чем пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.